Всем привет! Начинаем путешествие по нашему городу. Хочу вам показать, что было у нас на Дворцовой вчера, 17 июня 2016 года. У нас был фестиваль кино и музыки на Дворцовой. Установлены большие два экрана. Играет оркестр под управлением маэстро Гергиева. Ну, хочу вам просто показать, что вы увидели, как вы прониклись в ту атмосферу, да? Тут много народа. Тут маленький такой мелкий дождик. Ну, все радуются и смотрят на больших экранах. Фильм прекрасный Александр Невский. Ну и все. И слушает музыку. Вот примерно так все. Всем пока, всем привет, приезжайте в наш город, отдыхайте, пока. Thank you.